Odilo Arunapura Babage Vijamani Kora Mani Jage Odilo Diva Shashari Rata Jai.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Narayanam namaskrityam Naram chaiva narottamam Naram chaiva narottamam Devim sarasvatim vyasam Devim sarasvatim vyasam Tato jayamudhiraye Tato jayamudhiraye Nasta praeshu vabhadreshu Nityam bhagavata sevaya Bhakti uttama shloke Bhaktir bhavati naishtiki We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter number 25, The Glories of Devotional Service. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 25, Величие преданного служения. Today we'll read text number 25. Сегодня текст 25. Satam prasangam mama virya samvido. Satam prasangam mama virya samvido. Bhavanti hritkarna rasayana katha. Bhavanti hritkarna rasayana katha. Tajyoshanadapavargavartmani Shradharatir bhaktir anukramishyati Satam prasangam mama virya samvido Bhavanti hrit karna rasayana katha Tajyoshanad ashpapavargavartmani Shradharatir bhaktir anukramishyati Satam prasangam mama virya samvido Bhavanti hrit karna rasayana katha Tajyoshanat cha tadapavargavartmani Shradharatir bhaktir anukramishyati Satam prasangam mama virya samvido Bhavanti hrit karna rasayana katha Tajyoshanat ashvapavargavartmani Shradharatir bhaktir anukramishyati Satam prasangam mama virya samvido Bhavanti hrit karna rasayana katha Tajyoshanad ashvapavargavartmani Shradharatir bhaktir anukramishyati Satam prasanga mama virya samvido
Баванти Хридкарна Расаяна Ката. Таджушана Дашвабхагавартмани. Шрадхаратир Бхактир Анамукранишьяти. Пословный период. Значение слов. Сатам. С чистыми преданными. С чистыми преданными. Прасангат. Прасангат. Общаясь. Общаясь. Мама. Мама. Мои. Мои. Вирья. Вирья. Чудесные деяния. Чудесные деяния. Самведах. Самведах. Обсуждая. Обсуждая. Бхаванти. Бхаванти. Становится. Хрит. Хрит. Сердцу. Сердцу. Карна. Карна. Уху. Уху. Раса Аяна. Раса Аяна. Приятно. Приятно. Катхах. Катхах. Повествование. Повествование. Тат. Тат. Об этом. Об этом. Джошанат. Джошанат. Развивая. Развивая. Ашу. Ашу. Быстро. Быстро. Апаварга. Апаварга. Освобождение. Освобождение. Вартмани. Вартмани. На путь. На путь. Шрадха. Шрадха. Твердая вера. Твердая вера. Ратих. Ратих. Привязанность. Привязанность. Бхактих. Бхактих. Преданность. Преданность. Анукрамишьяти. Анукрамишьяти. Будут следовать по порядку. Будут следовать по порядку. Перевод. Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению. А когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. Комментарий. Здесь описан процесс духовного развития человека в сознании Кришны и преданном служении. Он начинается с общения с теми, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением. Без общения с преданными духовный прогресс невозможен. Одно знание теории и изучение духовной литературы не поможет нам достичь ощутимых результатов. Тот, кто хочет проникнуть в сокровенный смысл деяний Господа, должен прекратить всякие контакты с материалистами и искать общество преданных. Люди в большинстве своем верят в существование безличного аспекта абсолютной истины. Из-за того, что они не общаются с преданными, они лишены возможности понять, что абсолютная истина является личностью и действует как личность. Постичь личностный аспект абсолютной истины очень трудно, но без этого не может быть и речи о преданном служении. Нельзя служить или быть преданным чему-то безличному. Служить можно только личности. Непреданные не способны понять смысл сознания Кришны, даже если они читают Шримад Бхагаватам и другие ведические произведения, в которых описаны деяния Господа. Они считают повествования о деяниях Господа мифами или вымышленными историями, потому что не имеют правильного представления о духовной жизни. Чтобы постичь смысл трансцендентных деяний Господа, необходимо общаться с преданными. Такое общение в сочетании с размышлениями о трансцендентной природе деяний Господа открывает перед человеком путь к освобождению. Тот, кто непоколебимо верит в Верховную Личность Бога, утверждается в служении Господу, и его привязанность к общению с Господом и его преданными становится еще сильнее. Общаясь с преданными, мы общаемся с самим Господом. Вступая в такое общение, человек развивает в себе желание служить Господу, а тот, кто достиг трансцендентного уровня служения Господу, в конце концов обретает совершенство. Ванчакаупатарубьяшча крипасиндубхаевача патитанам паванебьё вайшнавебьё намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадада Шри Васади Гора Бхакта Вринда.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this verse is spoken by Lord Kapila Dev, and he's instructing his mother Devahuti in the process of devotional service. В этом стихе Господь Капила продолжает давать наставления своей матери Девахути о процессе преданного служения. As Srila Prabhupada says in the very first sentence of the purport, this is a process of advancing in Krishna consciousness. В самой первой строчке комментария Шрила Прабхупада говорит, что здесь описан процесс духовного развития человека в сознании Кришны и преданном служении. We come together to associate with the devotees. Мы собираемся вместе ради общения с преданными. And in the association of devotees, we will hear and chant about Lord Krishna. И общаясь с преданными, мы слушаем и воспеваем славу Господа Кришны. And the topics of Lord Krishna are very pleasing to the devotees. И разговоры о Кришне очень приятные слуху преданных. It's pleasing to their ear and to their heart. Это приятно и их слуху, и их сердцам. And the verse goes on to describe about how we advance to different levels of devotion. И в этом стихе описаны уровни, которые мы проходим, развиваясь в сознании Кришны. Shraddharati bhakti anukramishati, one after another. Shraddharati bhakti. These things come one after another, different levels of devotional service. Шрадха, рати и бхакти — это уровни, через которые мы проходим один за одним, развиваясь в сознании Кришны. Actually, the Shraddha, this is at the stage of Nishtha. На самом деле, Шрадха приходит уже на уровне Ништхи. And then the рати, this is Asakti. А рати, привязанность, приходит на уровне асакти. And bhakti means prema, prema bhakti. А бхакти, соответственно, на уровне уже према бхакти. So these are the different levels of devotional service. Это разные уровни преданного служения. Rupa Goswami has described how we practice devotional service. We begin with Shrad, we begin with faith. Рупа Госвами объясняет, что наш процесс преданного служения начинается со шрадхи, веры. We come into the association of devotees and adoshrada tata sadhu sangha. We get association with the devotees. Адошрадха садху санга. У нас появляется вера, и мы далее вступаем в общение с преданными. We should be anxious always to get association with devotees. Мы должны всегда страстно желать общения с преданными. We don't like to go to any place where there is no association. Мы не должны хотеть отправляться в места, где у нас не будет общения с преданными. It is said you should not go to that place where there is no temple. Говорится, вы не должны отправляться в места, где нет храма. So, devotees, we value very much the association of devotees. Поэтому, как преданные, мы очень ценим общение с преданными. Mm-hmm. Association with non-devotees is the most painful thing. Общение с непреданными для нас это самая болезненная вещь, приносит нам больше всего страданий. Of course, we often have to associate with non-devotees. We cannot expect all the time that we will always be with devotees. Конечно, нам приходится общаться с непреданными. Было бы странно ожидать, что все наше общение будет только с преданными. But we can feel the difference when you go and associate with non-devotees. How the atmosphere is so different. Но общаясь с непреданными, мы можем очень легко почувствовать, насколько отличается атмосфера. I was in China. And the people in China, they invited me, please come, we're having a get together, please come and attend our function. Some Chinese people. Однажды, not about to say. Huh? They were not about to
Однажды в Китае обычные люди, не преданные, предложили мне посетить какое-то их мероприятие. So of course, you know, I was obliged to go, but it was so painful, everything about the function. Я был вынужден туда пойти, но мне это общение было очень неприятно. You know, the food they had there was all non-vegetarian. Еду они там предлагали всю невегетарианскую. And they were telling me, oh, you have to take some, you know, we've cooked it, we've worked so hard to cook this nice food, and we cut it all specially, and we put so many nice things to make it tasty. И они мне расписывали, вы должны обязательно что-то попробовать, потому что мы столько сил вложили, мы так вообще усердно трудились, чтобы все это вкусно приготовить. No, but of course I couldn't even look at the food. Just to look at it was horrible. Что до меня, я взглянуть даже не мог на эти блюда. Один вид их просто внушал мне ужас. You know, fish and bones and stuff. Oh, horrible. Рыба, кости какие-то. And then, of course, they talk all nonsense, all garbage. They have nothing good to talk about. И все, о чем они говорили, это просто был мусор какой-то словесный, ничего полезного. But you come into the association of the devotees, and it's a very different atmosphere. Но когда вы попадаете в круг общения преданных, то атмосфера совершенно другая. Because the devotees are relishing the topics of Krishna. We're hearing about the pastimes and all the activities of Lord Krishna and his different incarnations. Потому что преданные говорят на темы, связанные с Кришной, и обсуждают его деяния и различные воплощения. Here this is Lord Kapila. Lord Kapila is he came to teach the Sankhya philosophy. Как здесь мы читаем об учении Господа Капилы, он воплотился, чтобы проповедовать философию Сангхи. It said there are six different philosophical systems. Говорится, что существует шесть различных философских систем. Right? You have logic, which came from Gautama. Логика, которая происходит Gautama. От Гаутама. And you have Patanjali, who taught the Karma Mimamsa. Также Патанджали как основал. Jaimini taught the Karma Mimamsa. Также Karma Mimamsa, начало которой положил Jaimini. And the Patanjali, he taught the Yoga Sutras. Патанджали ввел учение Йога Сутры. And Lord Kapila taught the Sankhya philosophy. Господь Капила учил философии Сангхи. And then the Ashtavakra, he taught the impersonal philosophy. Ashtavakra учил имперсональной философии. And Srila Vyasadeva gave us the Vedanta philosophy. А Шрила Вьясадева дал нам философию Веданты. So the best of all the philosophies is Srila Vyasadeva's Vedanta teachings of Vedanta. Выше всех этих систем стоит учение Веданты от Шрилы Вьясадевы. And we take great pleasure in hearing the topics of Vedanta as described in books like Srimad Bhagavatam. И мы получаем огромное наслаждение, слушая разговоры на темы Веданты, которые изложены, например, в таких книгах, как Шримад Бхагаватам. The Shrimad Bhagavatam was Srila Vyasadeva's mature contribution. Шримад Бхагаватам — это книга, написанная Шрила Вьясадевой в пору зрелости. Of course, he wrote many books. He wrote the Mahabharata, he wrote the 18 Puranas, he wrote many books. Он написал Махабхарату, 18 Пуран и множество других книг. But it was the Srimad Bhagavatam, which was the ripened fruit of all of these writings. Но именно Шримад Бхагаватам стало зрелым плодом всех его творений. Of course, he wrote that after getting instruction from Narada Muni that
you have not properly glorified the process of devotional service. И он написал Шримад Бхагаватам после того, как получил наставление от Нарады Муни, который сказал ему, что ты так и не описал должным образом и не прославил процесс преданного служения. So Srila Vyasadeva then compiled this Srimad Bhagavatam. После чего Шрила Вьясадева составил Шримад Бхагаватам. And it was the Srimad Bhagavatam which Srila Prabhupada chose to dedicate his time to translating and writing purports on. И именно Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада решил посвятить большую долю своего времени, переводя его и составляя комментарии к нему. Even before he went to America, when he had no disciples, he began translating the Srimad Bhagavatam. Он начал переводить Шримад Бхагаватам еще до отъезда в Америку, еще до того, как у него появились ученики. And when he went to America, he brought with him the first canto, the first three volumes, which was printed in three volumes, the three volumes of the first canto of the Srimad Bhagavatam. И отправляясь в Америку, он взял с собой первую песню Шримад Бхагаватам, которая была издана в трех томах. So Srila Prabhupada got so much pleasure from speaking on Srimad Bhagavatam. Шриле Прабхупаде доставляло величайшее наслаждение говорить на темы из Шримад Бхагаватам. People who are not very devotional, they will speak on Srimad Bhagavatam at the most, they will speak on it for 7 days. Люди, у которых недостаточно преданности, могут тоже говорить, рассказывать Шримад Бхагаватам, но максимум они будут делать это 7 дней. Они считают, что 7 дней достаточно. But Srila Prabhupada has us read Srimad Bhagavatam every day. Но Шрила Прабхупада каждый день давал лекции по Шримад Бхагаватам. It's our morning program. We have to hear Srimad Bhagavatam for some time. В этом и заключается наши тоже утренние программы. Мы каждое утро слушаем Шримад Бхагаватам. This is the process of devotional service. It's based on hearing. And what to hear? Srimad Bhagavatam. Таков процесс преданного служения. Он основан на слушании. А что нам слушать? Как раз Шримад Бхагаватам. So it's mentioned also in the Bhagavad Gita how devotees need to hear, they should hear regularly. В Бхагавад Гите также описывается, как именно должны преданные слушать, а слушать нужно регулярно. Lord Krishna said, Matchata Madgata Prana Bodhayantas Parasparam Katayantas Tumam Nityam Tushyanti Cha Ramanti Cha. The thoughts of my devotees dwell in me. Their lives are surrendered unto me, and they derive great satisfaction and bliss, enlightening one another and conversing about me. Мысли преданных пребывают во мне. The second part. 10th chapter, verse number 9. Это 10 глава, текст 9. The thoughts of my pure devotees, мысли моих чистых преданных всегда пребывают во мне. Dwell in me, their lives are surrendered unto me. Они посвящают мне всю свою жизнь. And they derive great satisfaction and bliss by enlightening one another and conversing. И они черпают величайшее блаженство, обсуждая темы, связанные со мной. Right. Devotees take pleasure in discussing topics of Krishna. Преданные испытывают величайшее наслаждение, обсуждая темы, связанные с Кришной. When we had the lockdown, the COVID virus was around, we couldn't go anywhere. The devotees were all day, every day, they were giving classes all the time. Когда во времена локдауна, когда нам нельзя было никуда ходить, преданные целый день давали лекции. We were having classes morning, in the daytime, in the night. It was going on continually. У нас были лекции утром, днем и вечером, и этот процесс не прекращался. And devotees were doing more hearing and chanting than they ever did.
И у преданных тогда случилось больше слушания и воспевания, чем когда-либо до этого. So this is the life of a devotee. Такова жизнь преданного. The devotee's only business is to talk about Krishna. Единственное занятие преданного – это говорить о Кришне. People don't want to hear about Krishna, then we have no business there. We have nothing. If they don't want to hear about Krishna, then we just leave that place. Если где-то не хотят слушать о Кришне, то нам там нечего делать. But we like to hear. We like to discuss the topics of the Lord, not only Lord Krishna, but all of his different expansions, his energies, his incarnations, his devotees. Но нам нравится слушать и обсуждать темы, связанные не только с самим Господом, но и с Его воплощениями, с Его деяниями, с Его преданными. So we want to develop a taste for these things. If we don't have a taste for these in the beginning, we need to do more service. И нам нужно развить вкус к этому. Если у нас еще пока нет к этому вкуса, то нам нужно больше заниматься служением. By doing devotional service, you develop the taste. Занимаясь преданным служением, вы разовьете вкус. That is the nature of devotional service. That you do some service, you get more taste for what you're doing. Такова природа преданного служения. Чем больше вы что-то делаете, тем больше вы развиваете вкус к тому, что вы делаете. If we haven't got a taste for devotional service, we can get it just simply by being here. Если у нас еще нет вкуса к преданному служению, мы можем развить его, просто находясь здесь. Just simply by being here and being with the devotees and taking part in the activities. Находясь вместе с преданными и занимаясь с ними совместной деятельностью, мы можем развить этот вкус. Everything comes by association. Все приходит благодаря общению. Just like you put the metal bar in the fire, the metal bar becomes like fire. Как когда вы помещаете металлический прут в огонь, он приобретает свойства огня. In the same way, we come to the association of devotees, we become like the devotees. И точно так же, когда мы начинаем общаться с преданными, мы тоже становимся как преданные. We say, the birds of a feather flock together. You know that saying? No. The birds, you'll always see the same birds, the same kind of birds there together. The swans are with the swans. The crows are with the crows. Как у нас есть на русском поговорка «свой свояка видит издалека». Нет, птицы одной масти всегда вместе общаются. Одного поля ягоды, да, два сапога пара, у нас тоже много чего есть. Птицы одного полета. Blackbirds are with the blackbirds. Whitebirds are with the whitebirds. Черные птицы ищут стаю черных птиц, а белые ищут стаю белых птиц. And the devotees are with the devotees, and the non-devotees are with the non-devotees. Преданные любят общаться с преданными, а непреданные с непреданными. We look for the association to get that association with devotees. Мы ищем общение с преданными. It's important for us because in the association of devotees, we take pleasure in devotional service. Благодаря общению с преданными мы испытываем наслаждение от преданного служения. The non-devotees, they don't want association. The non-devotee does not want association with devotees. Непреданные не хотят общаться с преданными. This one lady, one of our devotees, she said she took prasadam home for her husband. She told her husband, I brought you some prasadam. Одна преданная взяла прасад домой и сказала своему мужу, я принесла тебе прасад. But her husband was not a devotee. He said, I don't want it. I don't want to get purified. Ее муж непреданный сказал, нет, я не хочу очищаться. An unfortunate soul.
неудачливая душа. He didn't want to get purified. Не хотел очищаться. He knew the prasadam would purify him. Он знал, что прасад очистит его. I don't want it. I don't want it. И говорил, я не хочу. This is the unfortunate souls. Таковы неудачливые души. They don't want to be with Krishna. Они не хотят быть с Кришной. Just like Gantakarna was another non-devotee. Как пример Гантакарны, который был непреданным. Ганта means the bell. Ганта баджи, blow the conch shell, ring the bells. Ганта is the bell. So Гантакарна, the ear. He's got bells on his ears. Гантакарна, ганта это обозначает колокольчик, а карна уши. Тот, у кого колокольчики на ушах. Some women they have jewelry like that. You see, it's like a bell, you know, and they have. So Gantakarna had these big bells on his ears. Некоторые женщины, у них есть серьги, например, в форме колокольчиков, и вот у этого Гантакарны были колокольчики в ушах. Why? Because he didn't want to hear the devotees. Почему? Потому что он не хотел слышать, что говорят преданные. The devotees would come, Hare Krishna, Hare Krishna. The devotees would come and he'd go, oh, shake his head and ring the bells. And then he'd ring the bells, he couldn't hear Hare Krishna. Когда преданные приближались и начинали петь, он начинал трясти головой, и из-за этого колокольчики звенели, и вот из этого звона он мог не слышать преданных. So that's the non-devotees. Таковы непреданные. People who've got tongues like a frog, they're croaking, they're talking, they're calling death to come closer. Люди, чей язык сравнивают с лягушачьим, они не говорят, а квакают и всеми своими словами только призывают смерть. In the rainy season, when it rains, if you have the rice field, like in Mayapur, they have a lot of rice fields. So when it rains, you hear all the frogs. You know? And then the snakes will come. The snake come and eat the frogs. В сезон дождей на больших рисовых полях, как, например, в Майпуре, разводится много лягушек, и они там сидят и целый день квакают, и приползают змеи, и тут как тут начинают их поедать. So people who don't speak about Krishna, they're speaking all nonsense, they're like the frogs. Люди, которые не говорят о Кришне, а вместо этого говорят всякую чепуху, они подобны лягушкам. They're calling the snake of death. Они призывают к себе змею смерти. And people who don't hear about Krishna, they don't want to hear, their ear holes are like the holes of the, they're like the holes where the snake comes to live. Змеиный нор. А люди, которые не хотят слышать о Кришне, их уши сравниваются с змеиными норами. In the field, the rats will make holes in the field, and the rats will live in the hole. Например, в полях крысы делают себе норки и живут в этих норках. But then the snake will come, and the snake will eat the rat and live in the hole. А потом туда приползают змеи и мало того, что съедают эту крысу, мышку полевую, они еще и занимают ее норку. The snake didn't make the hole. He just comes to eat the rat, and he lives in the rat's hole. Змея не прикладывала усилий, чтобы выкопать норку. Она просто приползла, съела эту мышку и заняла ее норку. In the same way, if we don't hear about Krishna, our ears will be filled with Maya. И если мы не слушаем о Кришне, то наши уши будут наполнены Майей. Because there's so many other sound vibrations, you have to hear something. Потому что постоянно вокруг происходят какие-то звуковые вибрации, и вы волей-неволей вынуждены слушать что-то. And if we're not hearing about Krishna, then Maya will enter. И если мы не слушаем о Кришне, то в наши уши войдет Майя. And if we don't use our legs to walk to the temple, then our legs are like the trunk of the tree. А если мы не используем свои ноги, чтобы они несли нас в храм, то наши ноги сравниваются со стволами деревьев.
The tree stuck in the ground cannot move. А деревья вкопаны в землю и не могут сдвинуться с места. And if we don't go to the temple, if we don't use our legs to go to the temple, our legs are no better than the trunk of a tree. А если наши ноги не несут нас в храм, они ничем не лучше стволов деревьев. And if we don't use our eyes to go to see the beauty of the deity, then our eyes are useless. А если мы не используем свои глаза, чтобы любоваться красотой божеств, то наши глаза тоже бесполезны. Then our eyes are compared to the eyes which are printed on the feathers of the peacock. В этом случае наши глаза сравниваются вот с этими пятнышками на перьях павлина, которые похожи на глаза. The peacocks have beautiful feathers with so many eyes on their feathers. У павлинов очень красивые хвосты, и на их перьях как бы нарисованы вот эти пятнышки, да, глазки. But they cannot see anything. Но этими глазами ничего не увидеть. They have eyes, but they cannot see. У них есть глаза, так называемые, на хвостах, но они ничего им не видят. And if people don't use their eyes to go to see the deity, then their eyes are like those eyes of the people. И если люди не используют свои глаза, чтобы увидеть божеств, то их глаза сравниваются вот с этими глазками на хвостах павлинов. So our senses are they're given to us by Lord Krishna. Наши чувства дал нам Господь Кришна. Lord Krishna is Rishikesh. He is the proprietor of the senses. Господа Кришну называют Хришикеша, повелитель чувств. And so we say Rishikesha, Rishikena, Rishikesha, Sevanam, Bhakti, Ruchate. The senses are meant to be used in the service of the Lord. Чувства следует задействовать в служении Господу. The Lord gives us these senses, these eyes, the nose, the ears, the tongue, this thing, they're all sense organs, they're given to us by the Lord. And they're meant to be used in His service. Это Господь дал нам все наши чувства и органы чувств, глаза, нос, уши и так далее. И предназначение наших чувств — это служить Господу. And most important is the ear to hear and the tongue to chant. И самые главные наши органы чувств — это уши, которые предназначение которых слушать, и язык, предназначение которого воспевать. Blind man, not so big a problem. Если человек слепой, это не такая большая проблема. But if one is a deaf man, then it's very difficult. Но если человек глухой, не слышит, то тогда это уже сложность. So it's important for us to hear. To hear as much as we can the glories of Krishna. Для нас очень важно слушать славу о Кришне настолько много, насколько мы можем. And the more we hear, the more we advance in Krishna consciousness. И чем больше мы слушаем, тем больше мы прогрессируем в сознании Кришны. We want to advance, we want to get purified, just keep hearing. Если мы хотим прогрессировать, если мы хотим очищаться, надо просто продолжать слушать. Even you cannot understand, just keep hearing. Даже если вы не понимаете, что вы слушаете, все равно продолжайте слушать. And gradually, gradually we will start to understand. И постепенно мы начнем понимать. As Srila Prabhupada said himself, he said, I could not understand my Guru Maharaj. Даже Шрила Прабхупада говорил, что вначале он не понимал своего Гуру Махараджа. But he said, I did not go away. Но при этом он сказал, я не отвернулся, не ушел. And his Guru Maharaj had said about him, he likes to hear. И его Гуру Махарадж сказал про него, этот молодой человек любит слушать. That's a very good qualification for advancement. И это очень хорошая квалификация для продвижения. We all want to hear. We should develop that attraction to hear more and more about Lord Krishna. Нам нужно развить в себе вкус к слушанию снова и снова на темы, связанные с Кришной. And hearing is the beginning. We hear nicely, then we can chant, we can repeat what we heard.
Все начинается со слушания. Если мы внимательно слушаем, то мы сможем и повторять. And when you hear nicely, then you chant. А когда вы хорошо слушаете, то вы начинаете воспевать. And then you remember. И затем вы запоминаете. So these things all come one after another. Все эти процессы идут, приходят один за другим по порядку. Devotional service is progression. Преданное служение развивается. And the goal is to come to Krishna prema. А цель его — это прийти к Кришна преме. Hare Krishna. Hare Krishna. Any question? Вопросы? Есть проблемы? В чем разница и есть ли вообще разница между тем, чтобы читать книги самостоятельно, книги Шрилы Прабхупады, или слушать общество преданных, которые, может быть, не находятся на сильно продвинутом уровне, но тем не менее слушать от них Кришна Катху? So, Maharaj, what is the difference, if there any difference, between reading the books, Srila Prabhupada books, by our own in our home, or to associate with non-devotees and listening Krishna Katha from non-devotees, even if they are not very advanced? Listen to Krishna Katha from non-devotees. From devotees. But from immature devotees, for example, which is better? Better to be in the association of devotees. Лучше быть в общении с преданными. You don't know who is advanced and who is not. Вы сами не всегда можете правильно оценить, кто возвышенный, кто нет. We should think all the devotees are more advanced than ourselves. Мы должны думать, что все преданные более возвышенные, чем я. We should value the association of all the devotees. Мы должны ценить общение с каждым преданным. Don't think, this person is not very advanced. Не думайте, что вот этот человек недостаточно развит. If they're hearing Srimad Bhagavatam regularly, if they have a taste for hearing, they must be advanced devotees. Если они регулярно слушают Шримад Бхагаватам и у них есть вкус к слушанию, значит они достаточно продвинуты. But our mind makes excuses. Our mind will say, this is not very advanced. Но ум всегда придумывает для нас какие-то отговорки и говорит нам, что вот этот преданный недостаточно продвинутый. Actually, they must be advanced because they have a taste for hearing, that every day they're sitting and hearing and discussing. Если они каждый день сидят, обсуждают, и у них есть вкус к слушанию и обсуждению, это уже говорит о том, что они продвинутые. But we may say, not very advanced. А мы начинаем, да, он не продвинутый. I will just read on my own. Я лучше сам почитаю. It's not good. Это нехорошо. Prabhupada was asked, what's better, to study the books on our own or to study with a teacher? Прабхупаде тоже задали вопрос, а как лучше изучать ваши книги самостоятельно или с наставником? Prabhupada said, better to be with the teacher. Прабхупада ответил, лучше с наставником. Why? Because the teacher, he will pull your ear, he will make you hear. Почему? Потому что наставник, учитель вас притянет за ухо и как бы заставит слушать. But you read on your own, you can easily forget, what you learn. You don't know what you read, you forget. Но если вы читаете самостоятельно, вы очень легко можете забыть о том, что вы читали, или не понять что-то. It's not so safe to be on your own. Это небезопасно заниматься этим самостоятельно. No, it's much better to be with the devotees. Намного лучше быть вместе с преданными. And that's why Kapila is speaking like this.
Вот почему и Капила говорит об этом. He didn't tell his mother, just go and sit down and read the book on your own. Он ведь не сказал своей матери, отправляйся, садись в каком-то месте и читай там сама книги. He told her, get association of devotees and hear with the devotees. Он сказал ей, найди общение, круг общения преданных и обсуждай вместе, слушай вместе с преданными. And discuss with them. И обсуждай с ними. That's why we have so many groups now on the internet. There's so many groups, people reading together and discussing together. Вот почему сейчас в интернете очень много сформировано групп преданных, где они вместе собираются, читают и обсуждают. We encourage this learning atmosphere. You learn more when you have association with devotees. Мы поощряем, когда преданные собираются и обсуждают, потому что именно в ходе обсуждения вы можете лучше понять и запомнить эти предметы. In the association of devotees, there will be questions and answers. В ходе обсуждения также возникают вопросы, и на них даются ответы. But if you're just on your own, there'll be no questions and no answers. Но если вы читаете сами, то у вас не будет возникать вопросов и не будет ответов. It's dangerous. Это опасно. Much better to be with the devotee. Намного лучше быть с преданными. And don't consider who's advanced and who's not advanced. И не пытайтесь сами судить, кто продвинутый, а кто нет. Think all the devotees are advanced. Думайте, что все преданные продвинутые. That's healthy. Это здоровое состояние. Okay. Any other question? В зуме нет ни у кого вопросов. You have a question? No questions. Yes, Prabhu. Prabhu has a question. А мне можно так? Нет, говорите, потому что там что-то через слово не слышно. Ваша светлость, примите нижайшие поклоны. Я не смогу выразить благодарность такое, что к вам. Хотел бы задать вопрос по сегодняшней беседе. Нарада Муни дает наставление Вьясадеве. И вот как-то в сердце всплыло такое, что может ли быть такое, что вот в момент, когда Вьясадева принял вот это наставление Нарада Муни, и вот эта вся эта информация потекла к нему потоком, и как бы он составил это уникальное произведение Шримад Бхагаватам. Your Holiness, please accept my humble obeisances. I can even express my deepest gratitude for you. The question is, Narada Muni was given instructions to Srila Vyasadeva. Could it happen that Vyasadeva got all the information to compile the Srimad Bhagavatam only after he got these instructions? When he got these instructions from Narada Muni, the information needed for compiling Srimad Bhagavatam flew to him like a river. Arose in his mind. Hmm. Well, certainly a lot of realization would come though by the instructions of Narada Muni, because Srila Vyasadeva had not emphasized devotional service. It was only after he got the instruction from Narada Muni, then he understood that he had to properly emphasize devotional service.
Безусловно, очень много осознаний к Вьясадеве пришло именно после получения наставлений от Нарада Муни, потому что до составления Шримад-Бхагаватам он не придавал такого важного значения преданному служению в своих произведениях. И именно Нарада Муни дал ему такие наставления, что он понял важность именно описания преданного служения. By the grace of Narada Muni, Srila Vyasadeva could understand the importance of devotional service. По милости Нарада Муни, Шрила Вьясадева смог понять важность преданного служения. Vyasadeva had also experienced that although he had written many books, he had not felt satisfaction from writing all those books. И Шрила Вьясадева также сам не чувствовал удовлетворения от книг, написанных им прежде. All the work which he had done, it didn't give him the satisfaction which he wanted. Вся работа, проделанная им, не принесла ему того удовлетворения, которого он ожидал. And Narada Muni is telling him, you are not satisfied because you have not emphasized devotional service. И Нарада Муни объяснил ему, ты не чувствуешь удовлетворения именно потому, что ты не придал такого должного значения преданному служению. So after that, then Vyasadeva understands that he has to put the emphasis on bhakti yoga. И тогда Шрила Вьясадева понял, что он самой главной темой должен сделать бхакти йогу. The other processes and the karmakanda rituals and all the other things, they're not giving satisfaction. Все остальные процессы, карма-канда и различные ритуалы, они не дают удовлетворения. The only thing which will give peace of mind, which will give fulfillment and satisfaction is in bhakti yoga. Единственное, что может дать умиротворение уму и полное удовлетворение, это бхакти-йога. So that was the grace of Narada Muni to Vyasadeva. By the grace of Narada Muni, Srila Vyasadeva understood this point. Такова была милость Нарада Муни, и именно по милости Нарада Муни Шрила Вьясадева смог понять этот момент. And then he sat in meditation, and he got realization by the grace of the Lord. И далее он сел в медитацию, и по милости Господа к нему пришло осознание. He saw the material energy, and it was under the full control of the Lord. Он увидел, что материальная энергия находится под полным управлением Господа. So he got both by the grace of Guru Narada Muni and by the grace of the Super Soul, he got realization. Это осознание пришло к нему по милости и его гуру, и сверхдуши. And then he set about writing Srimad Bhagavatam. И затем он приступил к написанию Шримад Бхагаватам. И тогда выходит если к сегодняшнему контексту, о чем вы здесь говорили, по поводу слушания, и тогда Шримад-Бхагаватам, тогда это самый такой секрет, самый первый раскрывается, что развивайте шраману, слушание, это значит в первую очередь нужно развивать. Именно слушание это самое важное, как бы инструмент. Я извиняюсь, у меня как бы ум так вот, схематично видит, и поэтому я так излагаю свой вопрос. If connected to today's topic, can we say that Srimad Bhagavatam opens to us the main secret, and Shravanam hearing is the most important thing, and we should start with it. Is it correct? Yes. Да. This is correct. Да, верно понимаете. We have to hear, and we don't want to give up hearing. We have to continue to hear. Нам нужно не прекращать слушать, мы должны продолжать слушать.
Even in the perfect stage, even when you're fully realized, you'll continue to hear. Даже на стадии совершенства, когда вы уже станете полностью осознавшей себя душой, все равно и на этом этапе нужно будет продолжать слушание. Шрила Прабхупада used to sit and hear. Шрила Прабхупада тоже садился и слушал. Sometimes he'd have somebody read the book to him. Иногда он просил кого-то почитать ему книгу. He would hear his own book. Он слушал чтение своих собственных книг. And sometimes he would hear devotees speak. А иногда он слушал лекции преданных. And he would enjoy hearing them. И ему очень нравилось слушать. So, even you're a liberated soul like Prabhupada, you continue to hear. А даже если вы освобожденная душа, такая как Прабхупада, вы продолжаете слушать. Because that is the business of devotees. В этом состоит деятельность преданных. This is our we nourish our devotion, our creeper of devotion needs to be watered, and the watering process is hearing and chanting. Именно так мы питаем свой росток преданности. Росток нужно поливать, и поливаем его мы как раз слушанием и воспеванием. And if we don't hear, the creeper will dry up. А если мы не слушаем, то этот росток завянет. So very important to water regularly. Очень важно поливать его регулярно. The watering is this hearing and chanting. И поливание ростка преданности – это слушание и воспевание. Hare Krishna. Да. Ага, самому получается совсем читать не стоит. The first question is. Is it useless to read on our own? Well, it's not useless. Так, не знаю, правильно перевожу. Самостоятельное чтение не бесполезно. But you have to read carefully. Но читать нужно внимательно. And make notes and. You know, things, points which are not clear, make a note of them. Points which are very interesting, make a note of it and discuss with others. Выписывайте моменты, которые вам непонятны, или которые, наоборот, вызвали у вас интерес, и обсуждайте затем эти моменты с преданными. Yeah, what we read, we want to share. Мы делимся тем, что мы прочитали. We don't just read only for our own benefit. Мы читаем не только для своего собственного блага. Of course, it benefits us, but we can share that benefit with others. Чтение приносит нам благо, конечно, но также мы должны делиться этим благом с остальными. So we don't say reading is useless. No, of course, we have to read. Поэтому самостоятельное чтение не бесполезно, конечно, мы должны и самостоятельно читать. And reading is also hearing. И чтение также подразумевает слушание. Right. When you read the books, that is also hearing. То есть процесс чтения это также и слушание. But we have to hear carefully. Но слушать нужно внимательно. Yeah. Если на работе приходится общаться с материалистами, как быть? If I'm obliged to have association of materialists at my work, how can I manage it? Well, you have to have a good sadhana before you go to work to protect yourself. Перед тем, как вы идете на работу утром, у вас должна быть хорошая садхана, которая защитит вас. You know you're going to associate with people who are not devotees. You have to protect yourself. You have to do hearing and chanting before work. Если вы знаете, что днем вам придется общаться с непреданными, то защитите себя утром при помощи слушания и воспевания. Just like a doctor is going to treat sick people, he will take care he does not get infected. Как, например, врач, когда он отправляется к зараженным, заразным пациентам, он предпринимает меры безопасности, чтобы самому не заразиться. Mm-hmm.
No more questions. Oh, problem. Сейчас там здесь проводим, да? И вот и еще один такой любопытный вопрос для себя хотел пояснить. Вы сегодня рассказывали, что вот по поводу преданных не надо оценивать. Как бы я вижу, здесь обострится слух, то есть оно будет внимательнее, можно слышать из-за этого. Но вот вопрос в чем? Как не оценивать? Ну, как можно объяснить эту мысль, когда она вот лезет из ума, да, то есть вот эта оценка, как ее можно объяснить, чтобы эту оценку отбросить куда-нибудь, чтобы она пропала? You mentioned that we shouldn't judge devotees and shouldn't think that this devotee is advanced and that one is not advanced. But I understand that this will help us to listen more attentively and carefully. But how can we preach to our mind so that to get rid of that habit to judge? Because it always arises in our mind. How can we preach to our mind so that to get rid of the habit to judge? Yes, well, we need to hear, the hearing process. We need to hear about how to properly respect devotees. Нам нужно слушать о том, как правильно выражать почтение преданным. So constantly hearing these points helps to remind us. Если мы постоянно будем слушать на эти темы, то это будет для нас напоминанием. So then we take care to properly respect the devotees. И нам нужно внимательно относиться к тому, чтобы выражать преданным должное почтение. Yes, all hearing. Опять в этом нам поможет слушание. So we hear that we have to respect devotees. We hear devotees are advanced because they have a taste for hearing. They must be advanced, so we should respect them. Как уже было сказано, если преданные слушают регулярно и имеют вкус к слушанию, это значит само по себе, что они уже продвинуты. Поэтому нужно продолжать слушать. Махарадж, вот вы сказали, что не нужно различать, пытаться дискриминировать преданных по их уровню духовного развития. И в то же время вот в Упадешамрите Рупа Госвами говорит, что вот, необходимо все-таки видеть преданных, что они находятся на разном уровне, по-разному с ними себя вести. Как это соотносится друг с другом? Конечно, и Матхьяма, да? Да. То есть, окей. Guru Maharaj, you told that we shouldn't discriminate devotees on the basis of their spiritual advancement. But at the same time, in Upadeshamrita, Rupa Goswami, he stated that we should discriminate devotees. And there is three categories, you know, Dikshasta Chetpanati Bhishya, Bhajanta Misham, those kind of. So how it goes together to show that we shouldn't discriminate and we cannot understand the spiritual level of spiritual advancement of the devotee, and at the same time we should discriminate. Well, we have to understand the importance of hearing, first of all. Прежде всего, нам нужно понять важность слушания. Having an appreciation for devotees is important. Важно, чтобы мы ценили преданных. We don't want to disrespect devotees. Мы не хотим выказывать преданным как непочтительность. Rupa Goswami is telling us how to respect devotees. Rupa Goswami также объясняет, какими способами мы можем выражать почтение преданным. Right? Anyone who chants a holy name, we should mentally honor a devotee who chants a holy name. А тем, кто повторяет святое имя, мы должны выражать почтение в уме. So you honor that devotee. They're chanting the holy name, we should respect them.
Поэтому выражайте почтение этим преданным. Они уже воспевают Святое Имя, поэтому давайте будем их уважать. But then you give more respect to the devotee who has undergone spiritual initiation. Еще большее почтение мы выражаем преданным, которые получили духовное посвящение. And you give the most respect to the devotee who is fixed in undeviating devotional service and doesn't criticize others. Самое большое почтение мы оказываем тем, кто неотступно следует по пути преданного служения и никого не осуждает. So you respect all these different devotees. Поэтому всех этих преданных, находящихся на разных уровнях, мы уважаем. Rupa Goswami thinks you should respect them all. Рупа Госвами сказал, вы должны уважать всех преданных. But you give more respect to some who are more advanced. Но тем, кто более продвинут, вы выражаете большее почтение. So there's no contradiction. В этом нет противоречия. You think they're all more advanced than me. Вы должны думать, этот преданный более продвинут, чем я. We should think of ourselves as low and fallen, insignificant. Мы должны думать о себе, что мы низкие, падшие и незначительные. But these other people, they are devotees. А вот остальные — это преданные. We should respect them. И мы должны уважать их. Respect all of them, but different levels. One is more advanced than another. Мы уважаем всех преданных, понимая при этом, что они на разных уровнях находятся. But we give respect to all the devotees. Но почтение мы выражаем всем преданным. Если есть... На каком этапе развития возникает интерес к личности Шивы Прабхупады, когда возникает желание читать о его жизни? On what level the interest to the personality of Shiva Prabhupada can arise? And when do we get the desire to read about his life? At what level of advancement the interest to the personality of Srila Prabhupada can arise? And when? At what level the personality of Srila Prabhupada? At what level can we feel interest to the personality of Srila Prabhupada? Can we feel intimate? Interest. Yeah. In the personality of Srila Prabhupada. And when do we get the desire to read about his lifetime? Well, when you get the desire to advance in that, you just simply have to be curious that you want to know. You'd like to know about Prabhupada's life. If you're curious, some people will read the book, they simply like to read. They enjoy reading about people. Для этого вам нужно только любопытство. Некоторые люди же вообще любят читать о других людях. Some people will be anxious, they will like to read the book that maybe somebody recommends it to them, and so they're eager to read it. Иногда люди просто читают книги по чьей-то рекомендации. Sometimes you have to simply be it with the devotees, and the devotees will talk about the book, and have you read it yet? And you may say, oh no, I haven't read it. Everybody else said they've read it, and you haven't read it, so you feel, well, I better read it. Иногда бывает так, что вы общаетесь с преданными и начинаете обсуждать какие-то книги, и преданный, который уже прочитал какую-то книгу, спрашивает, а ты читал? И вы говорите, нет, я не читал, и у вас возникает такое чувство, ну а почему бы мне тоже не прочитать? We should feel that we're missing something if we haven't read it. У нас возникает такое чувство, что мы что-то упустили, не прочитав эту книгу. Если есть несогласие со словами Прабхупады, это недостаток сукрити или анархии? If I do not agree with the words of Srila Prabhupada, is it lack of sukriti or my anarthas? I do not agree with the... with the words and teachings of Srila Prabhupada.
Well, that is your own rebellious nature. Это ваша такая природа, как повстанца, протестующая природа. You don't like to hear from self-realized souls, from people who have studied and realized these points. You're not willing to accept their teachings, then you're very foolish. Если вы не хотите слушать от людей, которые уже достигли самосознания и совершенства, это глупо. What can we do to help you? We would simply give you prasadam. Как помочь, как можно вам помочь, мы можем дать вам прасад. Maybe you can chant Hare Krishna. Можете воспевать Hare Krishna. Maybe you need to purify yourself by eating prasadam and chanting Hare Krishna. Then you'll be ready to hear. Возможно, принятие прасада и воспевание святого имени очистит вас достаточно, что вы сможете воспринимать уже слова. But if you're not ready to accept Prabhupada's teaching, you're not very pious. Но если вы не можете воспринимать учение Шрилы Прабхупады, то значит у вас недостаточно благочестия. Yeah, we could say you lack sukriti. Да, мы можем сказать, что это недостаток сукрити. So therefore I say you need to chant Hare Krishna and eat prasadam. Таким образом, как я сказал, вам нужно воспевать Хари Кришна и есть прасад. And that you will create some sukriti for yourself. Таким образом, вы сами себе создадите это благочестие. And you need to do service for the devotees. И также вам нужно служить преданным. If you will serve the devotees, then that can help you to advance. Если вы будете служить преданным, они помогут вам прогрессировать. Then you'll be more qualified to hear. Тогда вы приобретете квалификацию слушать. Убеждать такого человека бесполезно. Is it useless to try to confirm such a person? To persuade. Is it useless to try to persuade such a person? Well, not useless. Это не бесполезно. You have to judge by the result. If you are able to convince them, then it's not useless. Нужно судить по результату. Если вы у вас получится его убедить, то это не бесполезно. But if you don't, if you cannot convince them, then you've wasted your time. Но если вы не убедите их, значит вы потратили время впустую. Okay, Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki jai.